Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород. Прошло 2 дня с момента того, как мы положили наши семена астр на проращивание, и уже первые ростки появились, то есть семена уже наклюнулись. Поэтому, в принципе, уже можно приступать именно к посеву. То есть, видите, уже такие достаточно хорошие наклюнувшиеся семена. Так, это у нас белая башня и аметист. То есть тоже уже частично наклевываются. То есть лучше, конечно, сейчас вот они только-только начали наклевываться, сразу их посадить, не дожидаться, когда все наклюнутся. Буду я высевать в большие вот такие емкости, в общем, в которых был тортик. Заполняем грунтом. Сверху распределю семена. Присыплю небольшим слоем грунта. То есть распределю только те семена, которые у нас проросли. Ну а на следующий день, также завтра, что-то досею. То есть так вот таким образом буду осуществлять посев астр. Но что касается высадки именно в... То есть вот сейчас мы их посеем, вот в эти емкости. Можно их посеять немножечко даже погуще, потому что семян много. И, скорее всего, я буду сеять погуще. А затем уже где-то, наверное, в числах так 25 апреля, где-то так, я высажу их в большой контейнер в теплице. И там она себя уже будет прекрасно чувствовать именно до высадки в открытый грунт. В прошлом году я именно так выращивал астру. И, в принципе, очень был хороший результат. То есть она у нас уже в теплице. С первое время она будет такая плохенькая. Плохенько будет приживаться. Вот именно к этим перепадам температуры. В теплице, когда днем тепло, вечером, соответственно, ночью прохладно. Но затем она очень хорошо, именно ей это пойдет на пользу. Она акклиматизируется и будет хорошо уже себя чувствовать именно в открытом грунте. Поэтому я буду выращивать именно таким образом. Всю поверхность грунта проливаем водой с фитоспорином, чтобы немножечко все-таки обеззаразить наш грунт. Все прольем, разложим семена и присыпем небольшим слоем грунта. Итак, вот так у меня получилось разложить семена по грунту. Конечно, кому-то может покажется это слишком густо, но семян много было в упаковке, и такая всхожесть, как бы не всегда ожидаешь именно такую всхожесть. Поэтому, и в принципе, именно до высадки в ту же самую теплицу пройдет, ну, меньше месяца, и именно росткам, которые взойдут у нас, им будет хватать и грунта, и места, соответственно, вокруг них. То есть, в принципе, они будут себя чувствовать достаточно неплохо. А затем мы уже их рассадим. И, как бы, я думаю, что проблем особо не будет. И объем, именно высота вот этого грунта астрам не нужна слишком большая. То есть, в принципе, вот такой высоты грунта достаточно. Именно на стадии вот этой рассады, которая у нас будет находиться дома. А затем я вот высажу в теплицу, и как бы уже уход гораздо будет проще за ней. И после именно того, как мы пролили грунт водой с фитоспорином, можно немножечко подсыпать сначала грунт, а уже потом раскладывать семена, потому что грунт, он, видите, он у нас рыхлый, и поэтому он достаточно так сильно оседает. Вот наша вторая астрочка, Jewel Amethyst. То есть вот я разложил те семена, которые проросли. Ну а завтра вот шпажку вот эту поставил. И, соответственно, завтра досею те, которые прорастут к завтрашнему дню. То есть сразу все они будут, именно не проклюнувшиеся, я не буду сеять. Итак, присыпали грунтом. Сейчас, соответственно, сверху еще совсем-совсем так чуть-чуть проливаем водичкой. И все, ставим на проращивание.
Также хотелось бы вам показать дельфиниум, тот, который мы рассаживали по лоткам, получается по 8 штук в каждый. Вот он так себя сейчас чувствует, то есть достаточно так он хорошо отрастает. Здесь у меня нет подсветки, то есть поливаем его. В принципе, ничем я его не удобрял, как вот в той земле, а вернее в том грунте, вот где он сидит, ему достаточно всего. Ну, как бы он не особо-то вытягивается. Ну, хотя маленько, конечно, чувствуется такое, что не хватает ему света. Но, как бы, все терпимо. И нужно все-таки дельфиниум вот сеять пораньше. То есть, вот этот дельфиниум был посеян в первых числах февраля. И вот он уже такой, достаточно хорошего размера. Ну и, конечно, сейчас я вам покажу тот, который мы сеяли позже, как он себя чувствует. И вот он, тот дельфиниум, который был посеян у нас в середине февраля. То есть разброс дат где-то около 2 недель. Он, конечно же, у нас поменьше по размерам. Первое время он себя чувствовал вообще плачевно, потому что температура на подоконнике повысилась, и солнце стало как-то побольше светить. И рассады как бы стало побольше, соответственно, ему места на том подоконнике, где попрохладнее, ему не нашлось. Поэтому у меня стоял на другом подоконнике. Часть, вот видите, здесь погибла, такие проплешины. Взошел он гораздо лучше, то есть часть погибла, семена очень даже качественные попались. Ну и, в принципе, его пришлось посеять, потому что семян много. Теряют они всхожесть быстро, и пришлось его тоже посеять, хотя мне бы хватило и того дельфиниума. Ну, раздам этот дельфиниум кому-нибудь, поэтому лучше все-таки сеять его именно в тот период, когда у вас вот именно в вашем помещении, ну, такая прохладная температура. Затем, соответственно, он себя будет хуже чувствовать, когда мы его посеем попозже. Именно мы живем в частном доме, поэтому я именно так и говорю, что у нас все-таки именно потом от солнца очень-очень сильно нагревается в помещении. В квартире я вообще не представляю, как можно его вырастить. Именно найти ему такой прохладный уголок, чтобы он себя хорошо чувствовал. Поэтому у меня вот такой опыт. Ну а всем тем, кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч. Всего вам самого-самого наилучшего.